К 75-летию Великой Победы в столице республики объявлен вокальный конкурс на музыкальной волне «Песни военных лет». Юных исполнителей приглашают принять участие. Знакомство детей и подростков с культурным наследием, воспитание чувства патриотизма, уважение к героической истории и воинское славе Отечества – цель конкурса. Принять участие могут как сольные исполнители, так и вокальные ансамбли, воспитанники детских садов и средних школ. Конкурс проводится для 4 возрастных категорий – до 6 лет, для 7-10 лет, 11-14 и 15-18 лет. Само вокальное соревнование пройдет 18 марта в ДК «Ровесник». Заявки принимаются до 15 марта.